Артем, Максим, Владимир, Иван, Виталий, Александр, Денис – топ самых популярных имен среди претендентов на место ведущего телеканала ОНТ. Были на кастинге и полные тезки, а некоторые кандидаты смогли удивить фактурной внешностью. Ведущий – это человек, который представляет телеканал. Это бренд. А сам сразу думаешь, ну да, где ты? Где там Аверка, Серебренников? Камера пусть и радикальный, но очень эффективный способ выйти из зоны комфорта, побороть неуверенность, страх публичности и развить себя. Если начинать что-то, нужно начинать проект с целью выхода на YouTube. Мне кажется, в Республике Беларусь это вершина телевидения. Вернулись из Доминиканы, Китая, России. Если мечта есть, ты обязательно найдешь к ней путь. They want more things that are closer to life, to real life, because everything is too, it has very rigid borders, TV. Кроме позиции телеведущего, участников кастинга интересовали и вакансии продюсера, корреспондента, сценариста. На что только не пойдешь, чтобы оказаться на телеканале ОНТ. Соглашались даже пожертвовать бородой. Вы не стесняйтесь, вот все я расснимаю. Есть. Так, что я должен сейчас сделать? Станцевать? Ну где же сердце, что полюбит меня? Привет всем. Маме. Мама, я здесь. Галина Пузына, Илья Валюк. Наше утро.